ярмарка секций, то есть здесь представлены наглядные пособия, то есть стенды. Про каждую школу можно было подойти и ознакомиться. Лично вот вы что представляете? Какую дисциплину спортивную? Мы представляем областную школу бокса. То есть у нас секция бокса. Рассказать, в чем плюсы именно этого вида спорта для молодого поколения? Как и любой вид спорта, в первую очередь, это дисциплина. Ну, наш вид обладает своими такими качествами, как осанка, улучшается зрение, выдержка. Много ли людей занимаются этим видом спорта? Вот лично у вас много ли учащихся ребят? И насколько популярен этот вид спорта? Может ли человек достичь чего-то вот в этом русле? Ну, на данный момент в городе Уральске занимается более 140 спортсменов. У нас отделение открыто в 4 спортивных школах. Ребята показывают неплохие результаты. Есть и среди взрослых у нас хорошие результаты. Были у нас. Азиатские игры раз в 4 года проводятся. Вот 4 наших спортсмена сейчас проходят отбор в составе сборной республики.